Федеральную делегацию встречают руководители региона и почти всех управлений. Установочные совещания не затягивают у группы контроля большой план работы. Впрочем, слово «контроль» не нравится и самим кураторам. Их задача – обобщить опыт регионов реализации национальных проектов. Здравоохранение, культура, комфортная городская среда – больше 10 направлений планируют охватить в срок до 2024 года. К ним каждый регион вправе добавить еще ряд. В Тамбовской области таких приоритетов выделили 46. Ну и самое главное, все, что бы мы ни делали, не строили новые дошкольные образовательные учреждения, школы новые, современные, занимались повышением производительности труда и многое другое делали в культуре, ну, по всем, одним словом, направлениям, включая демографию, здравоохранение. Очень важно, чтобы это чувствовали наши люди. Председатель областной думы Евгений Матушкин просит участников рабочей группы не быть слишком лояльными и своими замечаниями помочь скорректировать работу. Надеемся, что с вашей помощью, при помощи ваших замечаний, при помощи ваших методических указаний, эта работа будет более совершенна. Свой день рождения спикер тамбовских законотворцев тоже проведет в рабочей поездке. Короткое установочное совещание стало отправной точкой в рабочей программе этого дня. Отсюда из центра города 5 рабочих групп разъехались в разных направлениях. В составе 9 федеральных кураторов и местные эксперты. Первым группу кураторов встречает областной онкологический диспансер. Только за последние 4 года больнице удалось вывести на совершенно новый уровень первичную диагностику благодаря новейшему диагностическому оборудованию. Аппарат ПЭТ, позитронно-эмиссионный томограф, появился здесь весной 2015-го. Он позволяет очень точно выявить локализацию опухоли. За это время диагностику прошли почти 10 тысяч пациентов. Раньше каждому пришлось бы ехать в Воронеж или Москву. Теперь же Тамбов принимает жителей соседних областей. Более 90% пациентов у нас проходит исследование бесплатно вот в рамках системы. Даже сотрудники Совета Федерации ездят. Ну, у нас в частности в Орел. Такие же примерно цены, ну и может быть и сюда, чтобы У нас накоплен уже очень большой опыт, еще раз мы работаем с марта месяца, и мы были практически первооткрывателями в стране. Вариантов диагностики несколько. Все результаты объединяют в единую электронную базу. В отделении химиотерапии помощь получают около 500 человек ежемесячно. Лечение не прерывается даже во время визита кураторской группы. Смотрите, вот это капельница, но это мне витаминчики для общего укрепления. А вот эта помпочка, которую я ношу двое суток без проблем, я могу даже на улицу выйти. Еще один пациент приехал из Украины. Начинал лечение во Львове, но понял, что отъезд в Россию – единственный вариант лечиться бесплатно. И поэтому, когда понадобилась химиотерапия, мне даже там врач сказал, что езжайте лучше туда, там вам помогут больше, потому что благодаря правительству есть программа. Действительно, очень. Есть программа помощи онкологическим больным. Куратор проекта Владимир Круглый – сам хирург-онколог, причем много лет проработавший в регионе. Система оказания помощи таким больным ему хорошо знакома. Как инспектор проехал уже десяток регионов и всякий раз находит возможность отметить работу коллег. Кстати, очень часто в регионах бывают проблемы с лекарственным обеспечением. Здесь мы этого не увидели. Пациенты все говорят, что все лекарственные препараты закупаются вовремя, химиотерапия проводится в соответствии с планом. Поверьте, такое не везде. В региональном сосудистом центре кураторов сразу ведут новый блок, где врачи могут проводить и быструю диагностику, и экстренные операции. Новые подходы позволяют делать это максимально щадяще. Ну, знаете, преимущество вообще, мы говорим, первое – это, во-первых, удобство для пациента, то, что они сразу могут вставать, ходить, двигаться. Многие манипуляции можно выполнять уже амбулаторно. Процесс восстановительного лечения начинают уже в первые часы после операции. Физиопроцедуры, массаж делают еще в отделении интенсивной терапии. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Вчера перевезли операции, 20 минут и я здоров. Подводя итоги, федеральный эксперт особо подчеркивает то, как работает в области вся система оказания помощи. От первого звена до высокотехнологичных центров. В области создана система ранней диагностики и полного сопровождения пациентов с первичного звена. Понятно, что без первичного звена никакого результата увеличение продолжительности жизни, улучшение всех показателей именно по онкологии и по сердечно-сосудистым заболеваниям достичь невозможно. Вот мне кажется, что вот это основное преимущество всей системы здравоохранения в Тамбовской области.
Впереди у рабочей группы по реализации проекта еще ряд серьезных задач. Строительство нового онкологического корпуса, организация и развитие реабилитационной и паллиативной помощи, формирование полной цифровой базы и появление новых медицинских кадров. И главное, результат проекта должен почувствовать на себе каждый житель области. Ольга Митрофанова, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.